Не могли бы вы перестать двигаться хотя бы на секунду? Я изо всех сил стараюсь нарисовать вашу руку краской. Вы даже не можете усидеть на месте. Мне очень жаль, но я просто не могу сдержать своего волнения. Я уверен, что даже такой художник-любитель, как вы, смог бы вот так передать мою красоту и элегантность. Я сказал, что вы будете работать буквально с любым персонажем, выберите веселого Фокси, и с ним будет легко работать, сказал я. Ребята, у вас все хорошо получается. Мы слышали, как вы и ребята ссорились, поэтому решили проверить, как у вас дела. О, не беспокойтесь. Я просто немного повздорил вот здесь с мистером Модным Бедствием. Модное бедствие. Вы, сэр, должно быть, ошибаетесь. Потому что я обладаю самым высоким классом и элегантностью из всех присутствующих здесь людей. И, по крайней мере, я могу легко сохранять самообладание, не испытывая необходимости выводить кого-либо из присутствующих из себя. А какое же это самообладание? Вы даже не можете держать в узде свой собственный хвост. Заткнитесь, пожалуйста. О боже мой, вы, ребята, ведете себя слишком громко для вашего же блага. Просто поладьте друг с другом хоть раз в жизни.